А что ты тут делаешь? Дмитрий, что ты тут делаешь? Я балдею. Хороший ответ. И как тебе кайфуется? По полной. А что вштыривает более всего? Вштыривает? Да. Ну, общение, не знаю. Ты чувствуешь, может быть, интеллект присутствующий каким-то макаром кожи, да? Ты знаешь, я не заметил, как штырь этот вошел. Вот он как бы вот, сидит, а откуда вот как-то уже странно. Давно, да? Ну, как-то да, вот вошел и вот не выходит пока еще. Осталось вот, выяснить штырит. Одно. А штырит. А что с отходниками? Бывают? Да. И да, как конечно. Это выражается? Как это выражается? Гораздо дольше, чем штырение. Ну, это я тоже знаю по себе. Вот, а выражается в содрогании, конечно. Ну да. Да, давленица. Да, да, сердечко. Ну, разумеется. Амнезия. Амнезия? Да. Смотри, как бы не пришел Альцгеймер. Аккуратнее, аккуратнее. Ну и, естественно, это как бы проблема с половой функцией. Дисфункция не самого низа, да? Ну нет, нет, почему? Самого низа действительно. Да. После вштыривания. Ну, это и к лучшему, потому что иначе многие сходят с ума именно на сексуальной почве и начинают бегать беспорядочно туда-сюда. Поэтому таким образом можно сказать, что ты застрахован. И мне это очень даже понятно. Да, вот, кстати говоря, вот это вштыривание сейчас, да, оно и отвлекает от половой почвы. Согласен. Да, да. Согласен. А потом все на круги своя и трясучка. Приятно поговорить с коллегой.